Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Юрский мир. Так, у нас с тобой... Ага, задания откатились. Открыть наборы карточек, погладить животных. В общем, все по стандарту. Погладить животных. Ну давай, начнем. Так, Аланка. Раз. Кто у нас тут? Стегоцефал. Два. Ну и Калабринг. Это будет у нас третий. Выполнили. Так, теперь нужно покормить. Кого бы тут покормить-то нам? Секундочку. А что, у меня все сытые, что ли? Все сытые и довольные еще при этом. Ты гляди-ка, а? Да что такое? Код 19 опять. Идиоин. Так, расширили территорию. Нет, ну погоди, должно же быть что-то у нас голодное. Прикинь, нету ничего. Я никого не могу покормить. Здоровски. Так, ладно, давай соберем тогда с тобой награды все. Бесплатно. Так, кто это у нас тут? Ну, наконец-то, друзья мои. Так, и кто же это у нас? Метрия Кантозавр. Охренеть, ты посмотри, как он выглядит. Обалденно. Так, давай мы его ставим, наверное, куда-то. Не туда, а вот здесь. Вот тут ему будет, наверное, самое то место. И как раз его и покормим. Да, выглядит он, конечно, ужасающе, да? Ты посмотри. Так, опять у нас код 19. Отправляем Оуэна. Так, забираем с тобой награды. Здесь у нас за монеты. Здесь за то, что мы погладили. Так, наборы карточек. Собрать 25 тысяч еды. Так, ПВП сражения. И покормить еще одного динозавра нужно. Слушай, у нас с тобой освободилась ячейка. А это значит, мы можем с тобой вывести, к примеру, сфенокодона. Да, друзья мои, сегодня я его получил из пака. Но он, наверное, опять будет 6 дней, да, открываться, скорее всего. Наверное, я сделал немножко по-другому. Мне нужен диплодок. Вот. 73 доллара для того, чтобы закончить. А вот здесь как раз можно будет выводить нашего сфенокодона. Да, активируем. 6 дней 23 часа, ты прикинь. Вот тут 3 дня, тут 5 дней и тут 6 дней. То есть достаточно много пройдет времени, пока они у нас появятся. Так, что у нас там еще с тобой по заданиям? Открыть наборы, собрать еды. Кстати, по поводу еды. Блин, недостаточно много. Ладно, пойдем схватки смотреть. Без ограничений. Тут у нас что за награды? Ух ты. Капразух, спинозавр. Слушай, давай-ка мы с тобой примем участие здесь. 5 поединков будет. Суперзавр 2-5 уровня и трицератопс 31. Ну давай тогда начнем. Так, нам нужны будут хищники. Афиакодон, я думаю, здесь справится, да? С лихвой. Плюс возьмем с тобой здесь тирана титана и, наверное, иритатора. В принципе, ребята, ну сами понимаете, да, у хищников есть бонус против травоядных. Делаем удар. Прекрасно. Так, ну что, он менять 100% никого не будет, потому что, ребята, у него все травоядники, нет смысла. А мы, пожалуй-ка, наверное, уничтожим его. Ах ты жучара, смотри, что делает. Поставил две защиты. Неужели будет атаковать? Хм. Ничего не стал делать.
Так, с одним распрощались. Появляется второй. О, атака здесь уже 28, я смотрю, идет. Но нам это не страшно. Ох ты. Пробил все-таки. Но он напросился. Раз, два, три. И бонус. Прощай, Маруся. Так, и выходит трицератопс. Так, он имеет 30 атаки. Вот что он делает. Он добивает мне, да? Тирана Титана. Ну, а мы с тобой добиваем его Иритатором. Все, вливаю в атаку, друзья мои. И первый поединок у нас пройден. На, 554. Урона нанесли. Ты посмотри, какой он, да? Он чем-то напоминает мне ящера, только настоящий на двух задних лапах. Так, 50 ДНК. И следующий поединок сразу же. Здесь у нас будет стегозавр. Ну, против него возьмем, естественно, хищника. Бесплатно. Так, Афиакадон, а он справится ли? Да, в принципе, должен. Так, а вот против этих уже придется нам брать Лимносцелис. Вполне зайдет. И Нудазух, да, вот такими вот тремя динозаврами, я думаю, мы здесь справимся. Так, я возьму, наверное, здесь бонус. Мне нужно две атаки нанести ему, этому стегозавру, чтобы его одолеть. Но он меняет. Ё-моё, ты прикинь? Это была подстава. Друзья мои, это была офигенная подстава. Ну, гаденыши, тогда получай. На. Так, вызывается следующий. Монолафозавр. Он меняет. Он берет стегозавра, друзья мои. Так, ну мы выживаем. А вот теперь придется его бомбить. Но у меня не хватит, наверное, да, ребята? Атака маленькая. Одеваться некуда. Так, мы его уничтожаем. Ну что же, возвращаемся обратно с тобой к монолафозавру. Три атаки. И мой Лимносцелис погибает. Ну, Нудазух, ребята, у него 66 атаки. То есть я полностью вливаю все в урон, и ему крышка. Вот, что и требовалось доказать. Так, это второй поединок мы с тобой уже, да, получается, отыграли. Значит, нужно еще три. Так, погоди секунду, опять у меня код 19 тут горит. Вечно какие-то проблемы, а? Забираем. Блин, я хочу 27 уровень себе уже побыстрее накопить. Ну что же, мы поехали дальше с тобой. Ихтиостега. Ничего себе, друзья мои. Так, возьму, наверное, здесь Дилофозавра. И, наверное, придется мне взять Пирораптора. А вот против Ихтиостеги нам, наверное, взять надо Аэротитан. Самое то будет. Единственное, что он сейчас может сделать, подлянку. Он сможет поменять на вот этого. Ну, давай проверим. Нанесем атаку. Предположим. Мне кажется, он все-таки сменит сейчас динозавра. Точно. 180. Но он не должен уничтожить. Окей. Меняем с тобой на Аэротитана. И вот теперь я думаю, что нам сделать. Я, наверное, поставлю защиту. Он, интересно... А, да, он меняет. Он опять, ребята, меняет. Тут уже скалозавр.
Окей. Так, погнали. Берем пирораптора и наносим две атаки. 68 хп у него остается. Он опять сейчас поменяет твою дивизию, блин. Но ему придется две атаки, ребята, слить, чтобы уничтожить. И, естественно, аэротитан его уничтожит сейчас, ребят. Раз, два, три. И возьму бонус. Поехали. Ихтиостега погибает. Выходит скалозавр. Ну, естественно, ребята, и аэротитан погибает. Тут даже обсуждать нечего. И остается у меня лишь только один динозавр. Дилофазавр. Так, у него одно очко действия осталось, да? Куда-то он его потратил. Но я думаю, что мы сделаем вот так вот. Так, и два бонуса. Отлично. Вырубили. Твою дивизию, ребята, я лопухнулся. Я лопухнулся. У меня тут здоровье-то всего 4 единицы. Конечно. Конечно же, он все сливает в атаку. Я совсем забыл, что Дилофазавр у меня получил в начале урон. Причем офигенный. Поэтому я здесь и не разрулил. Ну что же, придется тогда применять жесткие меры. А выглядеть они будут примерно так. Берем с тобой Гуанлунь. Аэротитана придется все равно забирать здесь. Как ни крути. И для подстраховки я возьму здесь... Блин, велоцираптора не хочется тратить. Но, видимо, придется. Поехали. И я все равно их здесь размажу. Это дело принципа, друзья. Так, он 100% будет менять на своего... на свою рептилию. Так, 180 к атаке. Он сейчас ударит. Нет. Тогда это очень интересно, ребята. Ну что, две атаки ему будет достаточно, да? Раз, два. Не хватит, по-моему. А, он еще и защиту поставил, ты прикинь? Вот жучара. Ладно, сейчас он сменит динозавра. И это скалозавр. Наносит мне урон. Ну, а мы с тобой меняем. Гуанлун, давай. Две атаки нанесем. Так, он сейчас опять поменяет. Он опять поменяет, ребята. 180, ему нужно будет слить две атаки, чтобы нас победить. Плюс одна в запасе у него, да, остается? Мы его сейчас уничтожим. Так, две атаки мы сделаем. Три, это на всякий случай. И возьму, наверное, защиту. Твою налево. Он опять, ребята, копит себе бонусные очки. Но я думаю, что против, извините меня, велоцираптора у них шансов не будет здесь. Все, да? Давай, велоцираптор. Тебе по зубам эти ребята, я знаю. Поехали. Раз... два. И вот так вот. В плане. Ничего себе, жучара. Что сделал? Он поставил себе два блока. Это плохо. Так, раз, два, три, четыре. И вот так вот. Все, ему крышка. Ну что же, выходит пара за Уралов. Что он будет? Неужели все сливать в атаку? Серьезно? Ты прикинь? Вот это, ребята, меня здесь разводят. Блин, мне надо было догадаться. Надо было поставить больше защиты себе. Что-то как-то у нас тут не клеится, если честно. Возьму я тогда алангозавра. Опять же придется забирать аэротитана.
Блин, ну и что? Брать, что ли? Метриакантозавр. А давай возьмем, проверим, ребята, что он из себя вообще представляет. Так, ну что, здесь, наверное, мы сделаем защиту. Нет, ударим. Так, 46 хп оставили мы ему. Он меняет 100% сейчас на рептилию. Не стал, прикинь, он не стал, ребята, менять. А если мы вот так сделаем? Понял. Так, 3 атаки. Сейчас, скорее всего, поменяет. Сейчас поменяет и нанесет мне 2 урона. 1. Тогда живем. Тогда мы еще выживаем, ребят. Так, ну что, придется все слить в атаку. Отлично. Ну что я тебе могу сказать? Здесь будет победа за нами. Однозначно. Если он сольет 3 атаки, он победит, конечно, Алангозавра. А, ему не хватило. Ну тогда извини, парень. Тогда извини. Пошел вон с поля боя. Паразауролов вышел. Ну сейчас, конечно, он уничтожит. Это понятное дело. Аэротитан нам как бы здесь вообще не нужен. Мы с тобой возьмем вот этого. Тем более у нас с тобой 6 очков. Сколько? 548. Ты прикинь, 548 атаки у него. На 3500 мы сейчас ему сделали урона. Офигеть. Так, ребята, это был только лишь третий поединок. Еще 2 поединка впереди. Опять код 19. Опять у нас кто-то там разошелся. На этот раз все прошло хорошо, естественно. Ну-ка, здесь у нас с тобой аэротитан. Но против него мы возьмем стегозавра. Тут однозначно, ребята. Или подожди, лучше, наверное, мы возьмем анкилозавра. Ихтиостега и... А это еще кто такой? Такого я не видел, друзья. Так, аэротитана придется, наверное, нам опять с тобой забирать. И опять за доллары. Так, и здесь же еще один. Придется кулазуха еще забирать. Вот теперь вопрос, а справлюсь я с этими бизонами? Своим кулазухом и аэротитаном? Может быть, мне все-таки пока не поздно взять тиранозавра? Но там же еще будет последний поединок, и я больше чем уверен, что там уже будут мощные бойцы. Так что пока потерпим. Здесь лучше мы, наверное, сделаем атаку сразу же. Допустим. Так, будет атаковать или будет менять? Он 2 атаки сделает. Ребята, он сделает 2 атаки. Все, я его понял. Он сделал 2 атаки. Так, а нам нужно с тобой сделать сколько? Тоже 2 атаки. Так, аэротитана мы уничтожили. Ихтиостега выходит. 137 урона. Ребята. Плохо. Ну что, аэротитан, вся надежда на тебя. Он взял защиту, наверное, да? Нет, не взял. Тогда ему крышка. И выходит, кто вот это такой? Сейчас посмотрим. Прианозух. Прианозух. Так, ему нужно сделать. Он 3 атаки, ребята, да? Что-то мне кажется, что кулазух не потянет. Ох, ёк-макарёк, друзья мои. Это даже если я все солью в атаку, я ему максимум смогу нанести там около 300 урона всего лишь. А у него, как ты видишь, 137 к урону. То есть я здесь проиграл, 100% тебе говорю. Если, конечно, мне что-то здесь не поможет. Какое-то чудо.
Сейчас посмотрим. Если он все в атаку сльет, мне крышка. А он так и делает. Твою дивизию. Блин, надо было мне брать все-таки тиранозавра. Потому что я, ребята, у меня нету долларов, я не смогу потом сделать откат. Ну ты посмотри, ну че, как вот с ним быть? Ладно, берем стегу. И вот против этих я возьму, наверное, все-таки тиранозавра. И где у меня вообще? Вот, тропиогната. Это так, ребята, для баланса. Ну что, поехали. Так, стега отвлекает меня здесь всякими звонками левыми. Ну что, друзья мои, наверное, я все-таки возьму бонус. Так, что будет делать? Менять или атаковать? Меняет. Прянозух. Слушай, я возьму, наверное, или не стоит. Наверное, не стоит. Мы можем с тобой сделать немножко по-другому. Вот так и вот так. Две защиты плюс один бонус. Ну а теперь, скорее всего, надо будет его уничтожать. Это рискованно, конечно, будет. Хотя давай-ка вот так все-таки я сделаю. 142 к урону. Ай-яй-яй. Давай я вот так вот сделаю. Ребята, две защиты плюс бонус. Даже если он сейчас все в атаку сольет, он меня не уничтожит. Что он там придумывает, а? Поехали, короче. Твою налево, а? Все слил, ребята. Этот сейчас ихтиостега меня, скорее всего, уничтожит. 7. То есть, получается, ему нужно сделать 3 атаки. Офигенная перспективка, я тебе скажу. Офигенная. Давай, иди сюда. Ну вот как мне с ним быть, а? Ладно, сделаем с тобой вот так. И бонус. Что он будет делать? Опять капздарики. Ребята, сейчас все в атаку сольет. Ну, уничтожит он меня, понятное дело. Прикинь, не могу никак одолеть их. Ну, стегозавр, ну что ты тут сделаешь? Ну, скажи мне на милость. Ну что, ну, бомбанем мы их. А вот этот-то нас уничтожит. Аэротитан. 72 к атаке. Сколько у тебя бонусов? 4. Сможет подбить? Смог. Друзья мои, это какая попытка у меня уже на слив идет? 4-я, да, по-моему? Вопрос теперь в другом. Как мне с ними драться, если у меня все динозавры отыграли? Блин, я просто не ожидал, что вот эти вот водные... Во-первых, ты посмотри, они по хпшкам не кислые. И плюс еще у них атака добротная. У меня нет столько летающих динозавров, которые могли бы противостоять им. Ладно, мы заберем с тобой здесь награды пока. Открыть... А, покормить. Покормить динозавров еще нужно. Я бы с удовольствием покормил бы, если бы у меня кто-то был. Тут только через 3 часа, ребята, диплодок выведется. Через 3 часа. Ну ладно, давай посмотрим, что у нас с тобой в событиях. Так, ДНК, ох ты. Защитите свою территорию. Так, вот здесь можно было бы, друзья мои, подраться. Дефалозавр плюс птеранодон. У них один хищник всего лишь, да? Если я возьму, например, трицератопса, скалозавра. Подожди, скалозавр чуть попозже пойдет. Дефалозавра надо нам кем уничтожать?
Рептилии. А где у меня рептилии? Кулазух у нас находится здесь. Слушай, у меня есть диплокаус. Вот я его возьму, наверное. И против тиранодона мы возьмем с тобой скалозавра. Попробуем вот такой командой справиться здесь. Так, джунгириптор. Ну, видно сразу, ребята, что он прокачанный. Сразу в атаку. Он поменяет 100% на хищника. Вот смотри внимательно. Меняет 150 к атаке. Ну что, диплокаулусы забираем. И берем. Берем бонус. Так, что он будет сейчас делать? Две атаки. То есть он слил полностью, да, все? Раз, два, три. Этого будет достаточно. И плюс ко всему прочему мы возьмем с тобой бонус. Так, дилофазавра мы победили. Джунгариптор 156 к урону. Придется распрощаться нам с диплокаулусом. Ну и трицератопс, естественно, уничтожает его. Раз, два, три. Бонуса, наверное, два возьмем. Да нет, один бонус возьмем и защиту. Так, тебе все равно крышка. Джунгариптор отдуплился. А теперь тиранодон. Имеет 58 атаки. Но он уничтожит мне трицератопса. Это понятно, ребята. Ну, а мы в свою очередь уничтожим сейчас его через скалозавра. Поехали. Так, ладно. А сколько там нужно нам с тобой поединков сделать? Три, по-моему, да? Но если три, то не так страшно. Нам придется только подождать с тобой немножко времени для того, чтобы откатились мои динозаврики. Даже не три, а одну атаку всего лишь. Ух. Так, аллозавр, стегозавр и каритозавр. Каритозавр. А, ребят, тут придется ждать, ну, где-то 20-30 минут. Так, против хищника. Ну, этого можно вернуть. Он бы пошел бы как раз против травоядных. Но мне нужен... Так, сколько у меня? Хватает? Возвращаем с тобой диплокаулуса. Это раз. А вот против этих возьмем дилофазавра. Маюнгазавра, что ли, брать, а? Так, стоп, 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 стоп. Сколько ты потребуешь? Блин, 9 долларов. С этими долларами здесь, ребята, огромная проблема на самом деле. Ты их зарабатываешь вроде бы, но и в то же время сразу тратятся они у тебя. Ну, давай попробуем взять маюнгазавра. Как говорится, просто нужно пройти, ребят. Так, диплокаулус против аллозавра. Ну, в принципе, шансы есть и неплохие. Че, атакуем, наверное, сразу же, да? Поехали. Да, 77 урона всего лишь нанесли. Мало, очень мало. Будет менять? Нет, он не стал ничего, ребят, менять. Давай-ка я сделаю, наверное, одну защиту и бонус. Ага, он взял два блока. Хорошо, что я не стал его атаковать. Ну все, тогда тебе, парень, крышка. Так, 214 мне нужно нанести урона ему. Вот так вот. И бонус. Опа, я просчитался, друзья мои. А вот это вот ошибка моя была. Большущая, по ходу дела. Две атаки. Выживаем, все равно еще выживаем. Ну что, я его добиваю, наверное. Поставлю две защиты и один бонус. Так, и выходит стегозавр.
Этот противник уже посерьезнее. Сейчас глянем, что он будет делать. Понятно. Он вырубает Диплокаулуса. Ну, а мы вырубаем, в свою очередь, уже его. Так, так. Давай все сделаем. Ах ты, гаденыш, ты не стал брать защиту, да? Ладно. Каритозавр выходит. Все сливает в атаку. Естественно, побеждает моего Дилофазавра. И уже Маюнгазавр его, ребята, уничтожает. Или нет? 90, 90, 180 плюс... Да, все, ребята, ему крышка. И мы с тобой забираем пак заслуженный. Вот так вот. Молодец, молодец. Хвалю. Это, кстати, он же, по-моему, да? Ну, и что же нам здесь с тобой достанется? Давай посмотрим. Блин. Лептоклейт. Супер редкий. Слушай, кстати, друзья мои, у нас есть 10 тысяч очков доверия. Вы сказали купить золото. Что такое, да? Чистое золото. Ну что же, я покупаю, ребят. И смотрим, что нам здесь достанется. Ох, деньги. Артакантус. Легендарная, ребята, карта. Нифига, 1300 очков доверия сразу же, как с куста. Слушай, мне нравится это чистое золото. Ты посмотри, тут одни легенды практически. Вот он, да, мне достался кто? Шанс 5%. Поэтому он мне и выпал. А кто тут у нас по редким? Давай посмотрим. А, у них у всех 5% шанс. Неплохо, неплохо, ребята. Есть смысл, кстати, пользоваться этим бонусом. Так, открыть набор карточек. Я это сделал. Забираем награды. Так, покормить. Ну, покормить я пока никого не могу. К сожалению, пока. Так, что тут опять забрать-то у нас? Ага. Защитить свою территорию, турнир. За это я получаю. Как говорится, редкая ДНК. Спасибо, ребят, что объяснили, для чего нам нужна редкая ДНК. Я вас прекрасно понял. Так, ну что у нас там по событиям? Давай еще глянем. Столкновение обычно это для ДНК, да? Чисто набор ДНК. Три поединка. Ну давай посмотрим. Так, подожди, это... Чистый рандом, что ли? А, вот оно как. Поехали. То есть я буду драться со своим двойником. Кто кого перехитрит, да, получается? Ладушки. Так, бонус. Я сделаю, наверное, вот так и вот так. Сейчас будет больно, мне кажется. Не стал атаковать. Он, ребята, копит очки. 100% он копит очки. Так, ну что? 55. Если он... Давай я вот так вот в защиту все возьму. И он в защиту, господи. Так, смотрим, что он будет делать. Блин, ребята, он не хочет меня атаковать. Он все вкачивает в бонусы, ребята. Поверь мне, он все вкачивает в бонусы. Он сейчас... Твою налево, он защиту взял. Сейчас будет все сливать по ходу дела. Так, он потратил, да, получается? Три очка, у него одно осталось. Так, мы... Давай, ребята, все в атаку. Должны его победить. Да. Тут я его расколол. Ну, молодец, молодец. Красавчик. Так, двигаемся с тобой дальше. Сколько там еще нужно поединков сделать? Еще два. Ну, например, возьмем с тобой Диплодока. Угу. Смотрим, что он будет делать. Атакует.
Он меня атаковал, друзья мои. Погоди-ка, а, ну да. Он меня атаковал, значит, я сделаю, наверное, следующим образом. Вот так и вот так. Зря, наверное, я ставил защиту, не нужно было. В принципе, можно его ушатать, ребят, но я боюсь, что он взял себе защиту. Да, две защиты у него было. Сейчас накопим с тобой максималочку и будем уже бомбить его. Вот тут опасно. Раз, два, три. И еще один бонус. Смотрим. Так, он взял одну защиту, остальное все в бонусы переводит. Он нанес одну атаку, ребята. Ну что, по-моему, теперь пора его бомбить. Рискуем. Ах ты, жучара ты навозный. Он меня, ребята, перехитрил здесь. К сожалению. Ну, понятное дело, сейчас он меня тут размажет. Я думал, что он все-таки будет вливаться в бонусные очки. Но нет. Ладно, ничего страшного. У нас еще есть динозавры, которые могут потягаться, так сказать, с ним. Например... Ну, давай возьмем кого-нибудь. Вот топижару, например. Топижара, а? Что-то топижара не хочет выходить. Обиделся на меня. Так, джунгариптор. Я сразу бонус беру. Так, этот ничего не стал делать, ребята. Сделаем вот так. Ага. Взял защиту. Ребята, ну смотри, если он будет атаковать, мы выживем. Выживем же. Да, а вот теперь ему крышка. Вот теперь ему крышечка. Здесь мы его раскусили. Точнее, он повелся и за это, ребят, поплатился. Так, и остается нам с тобой еще один поединок. И получим кучу ДНК. Давай. Супер редкие. Ага, супер редкие. То есть я могу только лишь вот аэротитана взять, который доступен у меня. Но здесь опасно, ребята. Тут 97 урона. Ну и как видишь, очень-очень мало здоровья. То есть, если он мне пропишет две атаки, это будет больно. Поэтому придется брать защиту. Он сейчас 100% будет атаковать. Угу. И тут уже, кстати, не до смеха. Вот что он сейчас там предпринял, а? Возьмем защиту. Он ничего не стал делать, друзья мои. Он не стал атаковать, он все вливает в бонусы. Твою дивизию. Если я сейчас сделаю раз, два, три и вот так. Ага. Он берет защиту. Он на защиту в основном, ребята, делает акцент офигенный. Чего он ждет, а? Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Мне нельзя, ребята, ни одной атаки пропустить, иначе мне все. Он сливает. Он сливает, ребята, все в атаку. А мне нельзя было получить вообще ни одного урона. Прикинь. Ну тут рандом, я же не знаю, ребята, что он будет делать. Поэтому тут вот так вот получилось. Ну и события это все равно пройду. Так, у нас с тобой 100 долларов есть. И можно, в принципе... Вот, за 5 долларов делаем откат. Анкилозавр выступает. И, надеюсь, побеждает. Так, смотрим. Будет атаковать, мне кажется, 100%. Нет, не стал.
Давай-ка я вкачаю все в бонусы. Будет атаковать или нет? Атакует. Не побрезговал, друзья мои, не побрезговал. Сделаем вот так вот. Ну все, на следующий ход я уже его буду атаковать. И даже если он там прикроется, у нас с тобой достаточно будет очков действий, чтобы его пробить. 6. Поехали, все сливаем. И крышка тебе. Вот как-то так. Ну что, забираем награды с тобой и идем дальше. Так, что нам тут выпадет? Бубу тут вот, ребята, пак 100 ДНК, но это мало на самом деле. Копейки сущие причем. Вот здесь вот больше всего меня волнует, как нам быть, как вот с этими справиться. Так, если я возьму стегозавра, это против аэротитана, но он же возьмет ихтиостегу, да? Он же ведь его поменяет. У меня очень мало летающих, хороших летающих динозавров. Вот в чем беда. Так, ну возьмем, к примеру, стегу, да? К примеру, против аэротитана. Берем аэротитана. И брать кулазуха придется, наверное. Блин, ну кулазух, водяной против водяного, это, ребята, фигня получается. Тропиогната, но у него мало хп. Блин, редкий, обычный против редких. Ну это, ребят, это никуда не годится. Согласись. Так, ну что, стега, давай попробуем как-то с тобой, я не знаю, одолеть. Он поменяет. Хм, интересно. Не стал менять. Ну что, тогда уничтожаем его, да? На-ка. Так. Выходит у нас этот, ихтиостега. Амфибия. Так, сделает 3 атаки, и мне крышка. Ну, естественно, аэротитан его сейчас тоже уничтожит. Поехали. Так, здесь победили. Вот с этим теперь остается только, ребята, прианозух. У него 438 здоровья. Это немало. И вот как я буду сейчас тропиогнатом здесь драться, ума не приложу. Как? Как мне против него? Как мне пробить 438 хп? Так, 160 и 160 это... Хотя, если мы сейчас с тобой... Ну-ка попробуем. Все слил, ребята, все, что было. Да ладно. Хватило, прикинь. Фу. Так, все-таки я здесь справился. Ну что, друзья мои, последний бой. Твою дивизию, ты посмотри. Диморфодон, каритозавр и лемноринг. Упс. У меня нет слов, ребята. Стега, тебе придется вернуться. Без тебя тут никак. Плюс против травоядника. Но здесь, естественно, хищника забираем. Сколько ты мне обойдешься? В 35. Берем, ребята, берем. Тут не обсуждается. И против этого нам надо взять еще одного травоядника. Анкилозавра. Чуть-чуть не хватает, да, финансов? Чуть-чуть. И у меня все травы... Ага, вот есть. Пахицефалозавр. Можно, в принципе, его взять. Он тоже вроде бы неплох. Но 240 атаки, это что-то... Это, ребят, слишком имбово.
Ладно, погнали. Мы будем с тобой тут до посинения сейчас выяснять, что надо или не надо. Надо нам замочить вначале вот этого лемноринка. Берем с тобой бонус. Интересно, он будет менять вот на этого? Твою... А, он на каритозавра поменял. Слушай, ну если он взял каритозавра, то нам надо его валить. И желательно быстрее. Твою налево взял защиту все-таки, а? Так, ну смотри, он, наверное, сейчас будет менять все-таки. Меняет динозавра. Кто это у нас тут? Диморфодон. 240, ты прикинь, ну 240 атаки, ребята. Так, мы его можем... Да, мы его врубаем. Ему крышка. Так, ну здесь выходит еще один летун. Лемноринг. И вот тут-то он меня, конечно, сейчас, наверное, накажет. А, он... Не, ребят, не должно у него хватить, в принципе, да? Конечно. Не должно у него хватить. Расплющил только шорох. Ну что же. Прощай, парадишка. Стега, давай, рви его. Ну, а с этим хламоном, я думаю, мы все-таки справимся. Надеюсь на это. Он все в атаку сольет. Нет, не все. Не все, ребята, он слил. Но мне хватит его добить. Поверь мне, мне хватит. Он даже если взял одну защиту, то это его не спасет. Все, вали отсюда. Да, друзья мои, прошел я эти события. Наконец-то. Было сложно, ты это видел, да? Очень много долларов потратил на то, чтобы возвращать некоторых динозавров. Но... Кто мне там выпадет? Раджазавр. У меня его, по-моему, не было. 650 очков доверий. Круто. Так, а в событиях у нас с тобой все, ребята. Больше ничего нету. Нам нужно с тобой все равно провести два PvP-боя, по-моему, если не ошибаюсь. Забираем наградки. Так, подожди-ка, по заданиям, где у нас тут... Ежедневки-то, подожди, где? Покормить еще динозавров нужно. Принять два PvP боя. Слушай, ребята, я, наверное, знаете, что сделаю? Просмотрю кучу рекламы, чтобы мне диплодока, как говорится, вернуть и покормить его. Блин, ты посмотри, какой, да, чувак? Ужасно выглядит, такой страшило. Так, ну, сначала PvP бои, естественно, ребят. Тут не имеет значения, выиграем, проиграем. Маловато, всего два. Нет смысла пока идти туда. Давай, Гуанлунь. Кулазух будет у нас участвовать. И, к примеру, ну, давай возьмем Диплокаулуса. Вот так вот. Твою налево, зачем я потратил доллары, когда можно было за рекламу посмотреть? Ё-моё. Ладно, давай посмотрим, кто нам здесь выпадет, кто достанется. Не очень хорошая команда, если честно, ребята. Не очень. Так, он наверняка, он 100% будет менять. 100% возьмет сейчас кулазуха. По крайней мере, я бы так сделала. Атаковать тебе невыгодно, парень, меня. У меня хп очень много. И он меняет, он берет кулазуха. О чем я тебе и говорил? И сейчас он может бомбануть. Но он этого не стал делать. А мой кулазух уступает ему, да? Да, мой кулазух ему уступает. Но, по крайней мере, хотя бы не столько дамага будет наносить. Что он там сделал? Давай вот так вот я. Ага. 3 очка будет атаковать или нет?
меняет на шунозавра. Так, шунозавр — это травоядник. Ну что, ребята, наверное, пора шунозавра этого наказать. Проверим твою дивизию, блин. А он еще и бонус, да, взял? Так, ему придется поменять. У него останется 3 очка действий. Естественно, возьмет он кулазуха. Чего? И я не ожидал, если честно, вот такого поворота. Вот чего-чего, такого поворота я не ожидал. Ну-ка, сейчас глянем. Рамфоринг вылетел. 74 атаки имеет. Оу, он меня сейчас пробьет, друзья мои. Хм. А что же ты там сделал, а? Что же ты там сделал, парень? Пошел отсюда. Так, он, наверное, бонусы, да? 6. Сколько тебе придется сделать? 1, 2, 3, как минимум, атаки. И 3 у него еще остается в запасе. А вот куда он эти 3, ребята, впаяет? Я не знаю, может быть... 2 в защиту, 1 в бонус. Я сделаю, наверное, следующим образом. Так и вот так. Угу. Ну что же, смотрим, ребят, куда он сливает. То ли в защиту, то ли еще куда, не знаю, ребята. В общем, я атакую по полной программе. И ему крышка. Раскусил чувачка на 4 кулачка. Да, друзья мои, первая наша победа на арене. Давно я тут не побеждал. Так, давай приз новичка крутим. Хоть бы раз выпали бы доллары или что-нибудь другое. Выпадают только монеты и еда. Ну что, нам нужно еще с тобой сделать поединок один. Ну, как ты видишь, все динозавры у меня, ребят, потрачены. Так, пирораптора возьмем, наверное, с тобой. Я говорю, пирораптора возьмем. Посмотри, а. И здесь, наверное, еще возьмем дилофозавра. Но придется уже через рекламу. Ну что же, ждем соперника. Смотрим, кто нам здесь выпадет. Ох, ёк-макарёк. Угу. Нам надо брать с тобой. Давай вот так вот сделаем, поменяем. У него водоплавающих нету, да? Но он может поменять вот на этого. А будет ли он это делать? Будет. И он это делает, друзья мои. Так, а мы тогда с тобой возьмем вот этого. И бонус. Так, ну что ты будешь делать? Кого менять? Угу. Даже если он сделает 2 атаки, а он не стал этого делать, да? Тогда мы с тобой сделаем вот так. И, наверное, придется, ребята, атаковать. Готов. Угу. Тут дзенгодзавр выходит. Ну, здесь... Здесь, если он всю сольет в атаку, ребята, он нас победит. А вот будет ли он это делать? Будет. Он это делает. Ну что же, тогда нам остается с тобой тоже все сливать в атаку, ребята. Хотя не все. Вот так мы с тобой сделаем. Иди отсюда. Так, и выходит Кецалькоатль. Ха, у него не хватит меня пробить, друзья мои. Или хватит, подожди. 38, 40, 40, 80, 160. Угу.
Что он там взял? Короче, нам надо проверять. Все, ему крышка. Да, друзья мои, вот вам и вторая победа на арене. Круто. Ничего не могу сказать. Ну, а мы с тобой забираем все награды. Так, что нам тут выпадет? Как всегда, монеты. Как всегда. Так, это мы закрываем, это нам уже не нужно. А вот здесь вот забираем свои подарочки. Но нам нужно еще покормить одного динозавра. Так, друзья мои, как я вам и говорил, сейчас я буду смотреть очень много рекламы, чтобы мне забрать диплодока. Ну что, друзья мои, насмотрелся рекламы вдоволь и забираю диплодока. Так, ну, помещаем, естественно, и кормим. Задание выполнено. Ну вот. Самое главное мы с тобой сделали. Открываем и смотрим. Что нам здесь? Деньги, ДНК. Так, $30 и ДНК. И все. И больше ничего не дали мне. Жаль, конечно. Я рассчитывал на более солидную награду. Ну, как говорится, и этому будем рады. Получается, что пока у нас все, ребята. Пока мы с тобой не получим уровень, естественно, схватка нам недоступна. ПВПшки мы сделали, события все прошли. Так, а у нас что потом будет? Эволюция борьбы, потом защитить свою территорию, дрожь земли, схватка редких, хозяева тропиков. Что скрывается внизу? Ну, это, ребята, уровни, уровни. Требуем уровень. 60-й уровень парка. Вот это будет круто. Ну что, друзья, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!